Добрый. Доктор болит, он по дереву сидит, приходит ему летит, и корова, и птица, цветок, и цветок, и медведица. 7 лет и 10 лет, чтобы доктор болит, и пришла, болит еще, ой, и накрылась, и пришел болит побой. Мы на кухне клюнули к носу. И побежал сальчик, и сидел. Ай-ай! И сальчик попал в разговор. И бежал по дорожке, резал ножки. Резал мупаной, мамой. Сядет головой. И сказал, и болит. Не беда, как открывается, да. Большой-большой кусок. Я вылечу ему ножки. Он большой кусок пожил. Поломать его большой кусок? Это девушка красивая. Да. Ну, я ему вылечу ножки, и он... Лечу родилась ёлочка. В лесу родилась ёлочка? Да. Давай. И волк серый большой. Порою волк сердитый волк рысцою пробегал. А кого волк испугал? А? Кто испугался волка? А? Поросят. Поросята, точно. А почему они его испугались? Потому что волк съел поросят. Он их не съел, но он очень хотел их съесть. Да. Правда? И он не съел. Не съел, нет. Они убежали от него, да? Да. И спрятались в домике у Наф-Нафа. Он убежал и в домику. Да, они убежали и спрятались в домике. У Наф-Нафа был каменный дом, и волк не мог в него залезть, да? На крышу. Он залез на крышу, а потом? Бум! Ой, он упал в трубу, да? Да. А там была горячая вода? Да. И он выпрыгнул обратно? Да. И бум! И убежал, да? Да. Сейчас я пуху хочу. Больше не хочу пуху.